получилось, что последние, наверное, минут 25, наверное, играли больше так, получилось, как в итальянском стиле играли против итальянской команды. Почему так? Просто удерживали счет или как-то команда делилась? Даже не знаю, что сказать по поводу игры. Никакого игры в нашем исполнении в атаке вообще не получилось. А обороняться будет не наш стиль, поэтому не знаю, будем разбираться, наверное, завтра. Следующая Россия Аргентина сделаем поправку правильно. И думаю, что 1-1, если вспомнить, что мы первые игры все проводим. То есть не на самом лучшем качестве, у нас вторые игры всегда хорошие получаются. Поэтому будем надеяться, что второй игры все будет хорошо. А вот по горячим следам можно найти какие-то вот моменты, где, которые можно уже сейчас понимать, что их нужно исправить, чтобы лучше играть с Аргентиной? Горячим следам, то, что мне показалось, что можно с ними, то есть они сами играют в футбол и дают нам играть. То есть у нас есть достаточно хорошие футболисты на флангах, и поэтому я думаю, что они дают много пространства как за спиной, так и в середине, поэтому я думаю, что нужно в этом плане носить ориентировку. И команда сегодня вот во втором тайме выглядит как-то уставшей. Почему так получилось? Или это просто Фиорентина не давала играть нормально? Я же вам только что сказал, что не дают играть, как не дают играть. Просто я сказал уже, что обороняться всю игру тяжело, поэтому в конце всего чуть-чуть уже устали. Мы не достаем до вас.